Вы интересно сказали про э, Майдан, про революцию гидности. Зараз мы цей фрагмент покажем. Это все большое наебалово. Понимаете? О, ну, это. Ну вы сказали, вы спросили, я ответил. А в чем сам... Боже, я буржуйцы сказала? Ну. А, дело в том, Треба что. Дело в том, что я себя потом ругал за это слово, потому угу. что надо быть сдержаннее, если честно. Угу. Просто откровенный разговор был. Я всегда, когда Откровенные разговоры достигают апогея, я начинаю волноваться, потому что я это, я этим живу, мне это болит и это моя страна, и я принимаю это близко к сердцу, mm -hmm. понимаете? Да. Поэтому, когда мы с Василием Головановым были в студии, он из меня вытащил это слово фактически. Но я его ни в коем случае не обвиняю, он выдающийся журналист. Я я вышел на Майдан не за деньги и ходил туда. Не просто ходил, а бежал. Были ночи такие, когда, вот когда 11, я помню, декабря была реально угроза разгона. Мы с женой приехали в 2 часа ночи. Такой дубак был, градусов 15-20 мороза было, кошмар. Мы поставили машину на крещатике со стороны Бессарабки и до Майдана бежали. А знаете, что бежали? Боялись не успеть, как, чтобы не начался разгон. И стояли там до 6-15 утра на угу. сцене, чтобы, во-первых, видели, что я там, что я там. А во-вторых, чтобы дать возможность людям в метро подъехать, чтобы уже подъехали свежие силы. То есть мы же это не за бабки делали, мы Разумею. делали это по, по, по убеждениям, потому что мы хотели европейского будущего. Но дальше начинается череда разочарований. Европейское будущее в Украине никто, оказывается, не готовил. Я же не знал этого. Я думал, мы сейчас вступим в Евросоюз. Хрена. Европейского будущего Украины нет в плане в их входа в Евросоюз, вхождения в Евросоюз и в НАТО. Я его не вижу, во всяком случае. И европейцы мне говорят, что... Угу. Второе. Те, против кого мы боролись, они опять оказались у власти. Третье. Грабеж страны продолжился с нарастающей скоростью моральных авторитетов нет у власти просто ну ну надо было проводить реформы быстро за год берите Почему? Скажите берите пример мне. Саакашвили того же в конце концов вы Хорошо. же его так не любите. Ну, пример с него возьмите, что да. он в Грузии сделал. Ну, это другая страна. Конечно. Да. но ну, да. я-то видел, я много я раз тоже. там был. Ну, я все, тоже. значит, мы говорим, э, у нас общий язык есть. Но они же не сделали ничего. Почему? Почему ну, у людей, у которых что... есть деньги, нет желания войти в Ну, истории? потому что они негодяи все. Ну, все негодяи. Черт ты бы их побрал. Я их ненавижу всех. Угу. Вот о чем я хочу сказать. Я лично их всех ненавижу. За упущенный шанс для моей страны. И не один. Они не должны были себя так вести. Попадая на должности такие, ты должен заботиться о том, чтобы войти, обладая уже огромными деньгами, ты должен заботиться о том, чтобы, черт побери, войти в учебник истории, чтобы твои дети и внуки говорили, это же мой папа, это мой дедушка. Угу. Ну ни хрена нет этого в мозгах.